собирается, они стоят, смотрят так, типа, чё, уже уходишь? Мои маленькие девочки, сейчас гулять пойдем. Сейчас, вот я уже вроде все тут разложила. Красную сумку тогда пока не беру. Я ее там оставлю в шкафу. Ну, тут куча пакетов у нас для собачек, Волговна. Так, тут у нас что? Вот вниз. О, еще мои кроссовки, отлично. Еще мои кроссовки есть, в которых я с собаками гуляла. Это еще моего брата кроссовки. Класс. Давай. Наш любимый пальтишко наш. Вот сюда, вот сюда. Голову просовываем. Вот так. Теперь лапулечку давай. Вот так. Вот. Вот у нас красавица. Все, пошли гулять. Ну что, поводки надеты, пакеты взяты. Пошлите. Let's go to that park. Let's go to that park. Yeah? Давно вы туда, наверное, не ходили? Пинатка бежит, моя куколка. Кошечка, не отставай, не отставай. Давай. Темпи. Иди с этой стороны. Вот так, все вместе. Вот умнички мои. Сразу какать. Надеваю пакет на руку. Беру какашечку. И обратно закрываю и завязываю. А мы идем в бин выкинуть наше говно. Наши какашки. Стоп. И вот такой бин мы выкидываем. Молодчинка моя. Хромает, но идет. Потому что ей нравится ходить на это гулять. Пинат, давай не гони. Кошечку надо ждать, она же старенькая у нас. Побежали, побежали. Вот молодцы. Кошечка по стеночке. Бежим. Вот так вот чемоданы оставляют. Я так пару раз брала, когда мне нужно было. Чемодан вроде неплохой. А, замок сломан, я вижу. Ну ладно. Ну вот такие вот. Очень много часто оставляют в богатых районах столько вещей на улице. И люди подбирают. И я тоже подбирала. Зачем покупать чемодан, если мне надо только довезти вещи, допустим, и выкинуть можно потом. Там уже магнолия цветет. В общем, в Лондоне уже весна. В Лондоне уже солнечно. Солнечная, яркая, зеленая погода. И так вот в этом вот парке мы гуляем обычно. Да, сейчас вы не кидаетесь, ребятки, на собак? Стоп. Ага, Peanut, go. Coco. Go. Вот, пошли гулять. Тут такой отель недавно отстроили. Ну, как недавно, лет 5 назад. Был заколочен. Все здание было заколочено. Тут, по-моему, раньше какая-то private school была. То есть частная школа. Сейчас это отель 4 звезд, бутик-отель. Очень хороший. Тут как бы девелопинг все еще. Девелопинг, ну, сори, ребята, я сейчас в Англии, опять вернулась к английскому разговору. То есть развивается. Делают. Peanut! Coco! Come on! Where is Coco? Where is Coco, Peanut? Oh, she's over there! Кокошек, иди сюда, моя девочка. И вот такой вот у нас парчок. Большой и, в принципе, закрытый. Там вот ворота только открыты. Ну что, кошек, let's go around. Peanut, let's go. Сейчас надо за ними следить, если они покакают где-то, мне надо будет тут брать. Потому что, видите, парк какой чистый. Какашки тут, конечно, убирают. Да, девчушки? Тут уже маргаритки распустились. Так вот я всегда по утрам любовалась природой. Ну, вон кошечка у меня топает. Да, кокошки? В своем пальтишке Барбар. Барбар пальтишко. О, какая коша модная. А этот у меня с Букингемского дворца. Ошейник. А Пинатке ничего не досталось, да, Пинат? Ты еще молода, ты будешь потом после коки до нашего их
побежали. Let's go. А то Андреа уйдет скоро. И останемся мы с вами на улице. Ключей-то у меня нету. И вот так мы ходим вокруг. Здесь, кстати, тоже недавно посадили камелии. Но не распустились. Вот одна вот тут. Вот распустилась одна. Ну, разрастутся, потом будут большие такие деревья. Вот это вот камелии. А пока вот эту красоту снимаю. Пенатка. Да, пенатка. И кокошка там. Кошек, не отставай. Не отставай, моя девочка. Не отставай, моя куколка. Иди сюда. Ай, какая красавица у нас идет. Какая шубка на ней. Все, зазвездилась. Мои девочки. О, смотри-ка, побежала кошечка. Ты еще 17 лет, а все туда же. Ого! Вот так вот мы вокруг гуляли. Сегодня я мало погуляю, минут 15, а так каждый день по часу. И вот таких вот кругов мы, наверное, наматывали около 5-6 за час. Ну, разговариваем со всеми собаководами. Это, кстати, отдельная тема, я попозже расскажу. Сейчас встретила одного из собаководов, пообщались. Все, говорит, все так же. У нас в стране коронавирус, в принципе, говорит, везде. Одно и то же. В каждой стране. Поэтому все нормально. Живем дальше. Трава зеленая, блин. Вообще, погода офигенно хорошая. Вот я из-за такой погоды очень люблю Англию. Самое главное для меня погода. Солнце везде и всегда. Ну и вот эти ворота мы всегда закрываем, собаководы. Они, в принципе, открыты, и публика может зайти с улицы. Ну, называется St. Paul's Gardens. Это наш такой, считается, локальный парк, где мы гуляем с собаками. То есть с собаками в парке в Англии можно гулять. А, кстати, в этом парке был D-Day Landing. Ну, об этом я тоже попозже расскажу. То есть тут военные такие действия происходили. Точнее, не происходили действия, а планировались эти все военные действия. Кошек, ты где? Пошли домой, красотка моя. Кто у меня красотка? Кошечка красотка? Ай, ты моя девочка маленькая. Peanut! Let's go home! Вот так на скамеечке мы раньше сидели все. Дружненько грелись друг об дружку. В общем, весело. Вот на той особенно я любила скамеечки сидеть. Весело время проводили. Пенатка бежит, бежит, бежит. Красотка моя бежит. Красотка моя бежит. Моя куколка. Моя девочка маленькая. Пошли. Пошли. Let's go home. Все, они знают, ребята все понимают. Let's go home, значит home, значит на выход. Такие тени интересные, огромные такие собаки Баскервилли. Ну что, Коша, ты тут интересного нашла? Кучу привезли. Вот мы вышли из парка, тут такая церковь. Автобус стоит, вишня уже цветет. Кошек не отставай. Поехала на светофоре. Церковь. Это я. И магнолии уже распускаются. Магнолии. Сейчас. Розовенькая тут один бутон уже надула. И вот белая. Очень красиво. А тут другие кустарники. Такие вот цветы. Белые и желтые. Вот в этой церкви на Хаммерсмите обычно проходят все выборы. Сент-Морис Чёрч.
холл называется. Все выборы обычно локальные люди, то есть те, которые проживают в этой области, ходят сюда на выборы. Ну, а мы идем домой, на нашу улицу. Да, пенатка? Да, кокошек? Идем, дорогу перейдем. Let's go cross. Cross. Come on, come on, come on. Стоп. Стоп. Машина. Все, let's go cross. Куда ты меня тянешь, пенат? И вот на солнышко. Велики тут паркуют. В общем, вот так вот. Ну вот мы и погуляли. Кокоша уже устала, еле идет, но идет. Да, пенатка? Тут тоже, кстати, камелии цветут. Let's go down. Стоп, стоп, стоп. Let me take you off. Off. And кошек. Ничего не видно, кошечка. Тоже off. Спускаемся. Down, 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 down. Кока, ты в порядке? Сможешь? Вот, молодец. Вот, умнички мои. Все.